Саня, с травмой доигрывает. Сейчас некогда заменяться. Грузят хорваты просто уже в штрафную. Грузят хорваты просто уже в штрафную. Потеря вблизи собственных ворот совершенно неоправданная. Костариканцы правым флангом атакуют. Хорошее забегание и прострел вдоль ворот. По своим стреляем. 1-3. И Василий Березуцкий отправляет мяч. Замешкался, потерял мяч. Вот Шатов, обратите внимание, вот здесь вот. Слишком долго возился с мячом. Хорошо, дальше... Шатов потерял. Но там 3 человека, костариканцы. Дальше дают возможность сделать передачу. Рэнни был готов замыкать, так что Березуцкий должен был реагировать. Ударить и навесить, но сейчас, вот видите, пропустил он эту передачу, вот штрафную. В свои ворота мяч посылает Андрей Коряка. Вот такое начало этого матча. Ну, спокойнее, друзья, мы помним Дублин, тогда все началось с нелепого гола, с нелепой срезки, а точнее нелепого рикошета от Анопка. Сейчас вообще дурацкий гол, прямо скажем, смертен, потерял свою зону, не успел противостоять сопернику, и вот посмотрим повтор. Под давлением Шеклюза Коряка послал мяч в собственные ворота. Смотрим повтор, конечно, очень не хотелось бы. Из последних сил бьются наши ребята. Сколько говорили об этом матче. Смердин нарушил правила против Мизина в штрафной. Шевченко наверняка сейчас последует туда. Перевод мяча в штрафную площадь. Там Лужный тянет руку. Лужный — это совсем один. Совсем один. Филимонов! Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Да, мы ждали гола Шевченко. Надеялись на то, что его не будет, но что этот гол будет таким. Филимонов поймал мяч и, по сути дела, влетел с ним в свои ворота. Все разговоры о неготовности нашего голкипера к этому матчу. Не хочется их повторять, но они становятся реальностью. Ну, посмотрите, никто не мешал. Мешал только дождь. Злосчастный дождь, который прошел над Лужниками. Счет 1-1 за минуту. Пока время не истекло, ничего нельзя не расслабляться.